Студентка из Твери стала победительницей всероссийского конкурса на лучшую программу образовательного волонтерства. Ее проект для детей дошкольного возраста в игровой форме рассказывает основы финансовой грамотности и экологии. С победительницей пообщался наш корреспондент Наталья Чекет. Образовательное волонтерство – это добровольческая деятельность, которая оказывает помощь людям в области получения знаний. Оно подразумевает преподавание на безвозмездной основе, программ общего и дополнительного образования, организацию мастер-классов, научных лагерей, экспедиций и олимпиад. Виктория Зайцева решила стать волонтером в сфере образования, когда поступила учиться в Тверской химико-технологический колледж. В колледже организовалась наша команда волонтеров. Просто с друзьями решили заняться этой деятельностью, и вот все к этому вот и привело нас. На первый взгляд, сейчас в эпоху интернета и технологий дистанционного обучения проблем с получением образования быть не должно. Однако не все так однозначно. Далеко не любые знания можно освоить с экрана компьютера. Волонтеры выезжают в детские сады, где рассказывают на доступном для детей языке о финансах, экологии и правилах безопасного поведения. За год работы в программу «Узнавайка» удалось вовлечь сотни детей. Очень любят дети сейчас, например, занятия, игры по правилам дорожного движения, безопасности. Проводим также лекции, беседы для детей по темам окружающего мира, экологии, вот, природы. Вот, и так как мы все студенты колледжа, мы также не забываем про профориентацию. Студенты по специальности технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий проводят занятия по теме «Хлеб всему голова». Ребятам рассказывают, как и из чего готовится хлеб. Будущие банкиры проводят ликбез для дошколят о финансовой грамотности, рассказывая доступным для детей языком, что такое деньги, как правильно с ними обращаться. Когда приходишь с, например, финансовой грамотностью. Это для них это что-то новое, и они прямо вот все светятся, так вот им интересно, и это очень хорошо. Делаем раздаточный материал там в виде денег, устраиваем какие-то игры, ну все вот в этом плане. В будущем в планах волонтеров, которые задействованы в программе «Узнавайка», развиваться в этой деятельности, проводить мероприятия в рамках колледжа в сфере профориентации детей и расширять свое сотрудничество с детскими садами города. Всего на конкурс было предоставлено более 140 работ из разных регионов России. Мероприятие проводится Общероссийским народным фронтом с целью стимулирования уже вовлеченных, а также привлечения новых образовательных волонтеров.